Харизма. Hello, I'm Martin Martino Макевиси. Да. Да, но я... Это он зарофлил, типа, там? Наверное. Я сейчас считаю поляка этого. Ну, вот, где кто, не, кто не знает Джинкс из Лола? Все знают? Я знаю. Кого? Джинкс. Это та, которая сумасшедшая, что ли? Ну да, ну видишь, ты знаешь. Все знают. Психованная. А почему? Потому что они какой-то клип сняли и так далее, и вообще зафорсерить везде это такое можно. А типа модельку для этой Джинкс, мол, какая-то порно-актриса вообще. Типа, ну не порно-актриса какая-то там. А может и порно-актриса вообще. Ну, послужила типа как моделью. Типа. Ну и где угодно распиарили. Слушай, такое ощущение, что у них реально связи нету. Заходит один, который просит меня в чате ESL, второй отдельно тоже это как. Они как будто, знаете, все каждый, может, пять разных блогеров, они с друг другом вообще не дружат. Там, почему они не общаются, не имеют связи как-то? Не-не, у них есть Skype, только чувак, который главный филиппинский, который стримит, он с ними не общается почему-то. Ну, походу, эти тоже, вон, эти вдвоем по отдельности заходили тоже. Может быть. Ну, Настя, тебе когда-нибудь хотелось в туалет перед официальной игрой? Постоянно хотелось. Ну чё, это же от нервов, братан, нормально. Ну, я думал, это от того, что я уже два дня в толчок не ходил. Ну, блин, нет, это все взаимосвязано, по это дело. Если бы ты сходил в толчок, и ты бы не хотел, а так, типа, от нервишек у тебя... Так я не нервничаю, я и так уверен, что мы просрём, ну, типа, нет, чувак, ты нервничаешь. Больше всего. От меня ничего не зависит, мой скилл просто решает весь замес и то, как я его дам. Блять. Как же ты нагнетаешь, пиздец. Слушай, а помнишь, у тебя вчера влагалище было на стриме во весь экран? Дважды. Я, кстати, не, к первому человеку, который врубил, у меня претензий нет. Но второй пиздюк, который включил тот же самый видос, блядь, через три клипа после, ну это просто какой-то ебанат, блядь. Реально хотелось выключить стрим сразу после этого. Так огорчили меня, конечно. Ублюдок. О, еще один соблаговолил. Это и есть филиппинский, может быть остальные подтянутся. Ставьте все хейт у двоих лов, нам надо хейт ставить. Да я, знаешь ли, я посмотрел на стриме, там у всех одно и то же, я что-то подумал. Что-то попсово как-то слишком. Ну хорошо, тогда я вообще а самое... А я поставлю, смотри. И я поставлю то, что никто еще не ставил. Дюшес, спасибо тебе огромное, Дюшес, за то, что ты подписался. Добро пожаловать на стрим. Спасибо за подписку. Дюшес. Я буду пиковым тузом. Я хочу сейчас. А я тогда дохлым попугаем, блин, такого говна точно ни у кого нет. Это отражает мой внутренний мир полностью. Дохлый попугай. Я как сбитая птица, которая умела только говорить и все. Золотые купола, душу мою. Так, кого еще нет у них? Экспресс. Экспресс я вроде добавлял. Прайд Файтер ПЛ. Курва. Кстати, прикиньте, они задротят очень много. Я их в пабе каждый день встречал. Типа я же тоже последние три дня играл. Ну и вообще три дня всего в эту игру играл. Так, спасибо. Кто вот, играл? Сейчас Илья начнет, блять, опять. Да, я же говорил, они что очень шанс. Много играют. Вы хороший тиммейт, ребят. И кто много играет? Ты много играешь? Я много играю? Я много играл, но у меня 150 каток за 3 дня, типа. Я больше вообще в эту игру не играл, я всего 150 каток не снял. Ну вот, норм. Странно, что факел 2 недели. А против нас ноунеймы. И вот я их очень часто встречал, короче. Да забей. Это вафельные рожки. Ну, вот. Так-то да. Они очень плохо играли, но они хотя бы тимплей наиграли. По сравнению с другими в пабе ребятами. Это я факеру поставил на 10. Лопаки, не смотри. Шанс. Задрот это игре. Нам нужно влажные это. Пакеты на дупе. Нам это нужно, вот, все. Слышь, они типа зашли. Нам нужно подловить их вначале по тому плану кекса. Короче, я так и не понял. Смотри, они идут к скамейке кратчайшим путем, типа к нижнему ворду. Да. Мы можем пойти либо над скамейкой обойти, но там могут нас заметить, либо прям по миду пройти, когда там никого не будет.
Вот, и как бы выбирайте. Пока я бы над скамейкой прошел. Let's go, пишите, погнали. Погнали, погнали. Black Angel Chlang. Я сейчас приду. Black Angel Chlang, спасибо тебе отходи, огромное. Прожмут, галки, он не прожимаем. Спасибо большое, Black Angel Chlang, за то, что ты подписался. Добро пожаловать на стрим. Спасибо тебе за поддержку, Chlang. Спасибо за поддержку. Короче, Black Angel Chlang это тот, которого я, да, на 10 минут, короче... Не знаю. Отдохнуть отправил. Обращайся, Кирилл, обращайся. Не знаю, да, походу. Да-да-да, это я его отправил на 6. Не обижайся на факера, он просто безобидный. Да, в плане просто... 5 долларов подписчиков это самое приятное, что вообще есть. Так он не был подписчиком, когда я его понял, он был обычным смертным. Не обижайся на него, пожалуйста. В смысле, я обижаюсь? Это хуесос. Это я не тебе, да я не тебе, а я ему говорю на тебя. Ты так я и ему говорю, типа, на что он вообще может обижаться, то он не вагину пускал на этом на стриме. Но тебя же все равно не забанили канал. Ну, нет, но настроение-то было испорчено. Погоди, а что, страшно было? Слушай, когда ставишь плаг диджей, просто ставь задержку символическую 20 секунд, и если вдруг вагина просто... Фак, ой, Илья, о чем ты, какую задержку? Как она поможет? 20 секунд. Ну, офнуть и включить стрим, типа, ну это... В смысле? Добрый вечер, а ты офнишь, типа, задержку отменить, потом весь вот, по-моему... Не-не-не, там тебя спрашивают... Я воду все равно не делаю. Я пришел. Ну если вот так, да. Каспер тебя спрашивает, офнуть стрим прямо сейчас, у вас еще типа... Нет, это есть шанс, что крашнется, на самом деле он сохраняет все равно. Короче, у них та же стратегия, Flatline, Борщевар, там вот эта вся херня. Короче, давайте, сейчас просто не тупим, как загрузимся, бежим по миду сразу. И прямо над скамейкой обходим, у нас первый Илья идет, я так понимаю, правильно? Он зацепляет. Я плохо помню, где скамейка. Короче, идем прям по миду, проходим... Т1 тарак по миду и сразу вниз. 4 пинг, слышишь? У меня 212. О, 71, нормально. У меня 212. Идем, короче, сейчас смотрите, идем по миду после Т1 таура сразу вниз. Не перед Т1 тауром переулок, а после Т1. И они там всегда проскакивают, типа этот, короче. Ну хотя они могут стрим снайпить, я так подумал, типа. Да, блин, у тебя дилей 15 секунд, как они будут тебя стрим снайпить. Ну да. Ну, дефолтный дилей в этой игре. Ну, в смысле, на стрим 15 секунд. 10-15. Тут же за 10 секунд. Секс-сплита, то даже 3 минуты. Но страту-то мы обсуждаем за год уже до этого, блядь, польский язык чем-то похож на русский. Понятно. Да. Тем более, факер вообще может с польского переводить, мне кажется. 50% примерно. Кто? Ты. Ты, ну, хохлы могут, типа, понимать. Побежали, уже. Короче, идем вот здесь вот сворачиваем. Ну, короче, на этом угле. И вот сюда, да? Вот сюда. Да-да-да, только надо пустить щитом чувака вперед. Ну, пусть... Я очень медленный. Блядь, меня стопит в твоей блоке. Я не стопит, да, блядь. Джастовер, чё встал, алё? Да, тут налево, туда проходим. Налево-налево проходи. А, мы застряли. И вниз кусты. Угу. Вон они. Вон он, доктор у них тут. Всё, ну мы зашли в спину, но они маленько мансанули. Туда. У них Рино пропрыгивал сюда по-любому опять. Чё делаем? Ну отходим по лайну. Расходимся. Ну пока можем тут потусить какой-то. Всё, я наверх поскакал. Пусть забирают эту варту, нахрен не нужен. Так, главное, что сейчас к нам в спину не зашли. Типа никого из нас не убили. Они потому что вон они идут. Бля, бархет внизу. Во-во-во, в наших кустах этот пидор. Не цепанул. Так. Меня бархет. Борщевар сзади, да. Репа небольшая. Так, их много тут, нам надо это аккуратненько сейчас тут, типа, дефа. Ну, оттерпите, чё. Да-да. На топ один идёт. На топ двое убежал, да, борщевар. С забором крипов. Факер внизу сам забирает, мы по возможности тут это контролим. Блять, цепляет какую-то хуйню вообще жестко. Я прилипаю на несколько секунд, это кто-то ну, делает. Стреляет она, ну, валькирия, как у меня. Ко мне борщевар пришел. У него там 15 секунд КД. Я ему завалял, и он ушел. Так. Может мне им в дупу зайти? Они, по-моему, пошли в это забирать, не? У меня ушел бархет, бархет ушел. Доктор, но он походу... А, он забирает этого, он забирает дроида. Нам надо бы тоже по дроидам. Но я тоже забрал. Верхнюю ворую. Давай. Хотя слово, наверное, не смогу, помогу.
Бля, борщевар меня чуть не прижарил. Мерзкий какой. Я на хилку уехал. Вы наверх, парень? Ну, у них пинг-то явно по другой зима. Они ушли, очень много у нас наверх ушло, по-моему. Да, 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 в миде вообще никого. О! Реальный огонь. Зажмите за тавр, не фиганите. Мы пушанем, молись. Да ты хорош, ты хорош. Шли отсюда, всё, собаки. Мы, ломаем, мы, кстати говоря, тут размансили их нормально. У нас они... шкалатрон забрался. Возвращаются или чё? Да, возвращаются. Надо ну не все, борщевар остался. Надо потихоньку, меня вообще разжарят, если поймают. Ну, стой, сзади. Слышь, так, кого заберём? Так, опять на миде. Ну, кого? Надо забирать, мы... Не врывайся, не врывайся, мы пока вдвоём на защите играем. Не-не-не, я так, типа, на рандоме. А, эта хуйня доктор ещё и за медло на других врагов даёт, вот чё, слышь? Если ты бы кидал ускорение на противников, то это бы за медло было. А, да ладно. Да. О, я не знал. Так это хороший скилл получается. Получается так, я сейчас еле ушел. Да, пропушим, пропушим. Так, ну они втроем стоят, хилятся тут. Угу. Мы пробуем тауэр потихонечку. Тауэр потихонечку падает. Не врывайся, Ля, не надо. Я так... Севечка, мне они типа с хилером, мы их не убьем по тауэрам никак вообще пока что. Эй, Борщ, ты чё, терялся что ли? Братиш. Ой, Борщ! Там хилка есть. Бля, Борщ! Давай, давай, давай. Да ладно! Какой имбовый герой! Короче, меня Борщ запинал, ну, в принципе, пофиг. Так, мы нам миди тауэр почти взяли. Хорошо, хорошо. Ну, блин, у него у ворот с очень маленьким КД. Давай, на следующем заходим возьмем. Я же не знаю, я за него ни разу не играл. Я отхожу, я щит пожал. Не очень вовремя. У ворот маленький кулдаун от физических атак обычных, и типа он меня на этом подловил. Школотрон, ты говори, если горишь, типа я буду блочить там, с щитом. Я просто не знаю, какой у тебя предел пробиваемости. Только не фидани. Да, мы начинаем по XP, видимо, просаживаться, потому что четвером тут. Вархед ушел. Чё с дронами? Дроны они на топ куда-то. Перетянулись на нашего дрона. Надо это забрать. Нужно. Так а там нет. Они перетянулись на. Да не, они там меня хотели. Заходит, заходит, спи. Много-много-много. Куда вы? Тут пятеро. Не надо никого ловить сейчас. Говорю же, от дефа играем, алё. Отхожу, отхожу. Ходите. Блочу. Они пока в пятером бегают, нам не надо вообще никого ловить. Его просто шесты стоит. Надо апнуть, мы уже чё близки. Он, а, они апнули, а у нас есть чуть-чуть даже стоп. Подождите, чуть-чуть, у них ульты появились. Все, у нас есть шестой. Все, у нас тоже есть. Но типа вас трое там на меду. Ну все, и... все, фак не испушит в это время. Нам главное не стрелять. Но я вверх пушу, да. Ушли вроде. Им сейчас придется что-то придумать. Ага, он в кустах сидит. Нет, вышли. Этот уебан ко мне пришел. Блин, какая же задержка. Да, мы тавр тут допушим, факт внизу потихонечку. У нас тут двое, но может кто-то еще подтянется. Все, тавр сломали на миде. Изи тавр. Го перемещаться на большого дрона втроем, вот прям сейчас. Побежали, побежали. Давайте я верну. Факер внизу подожди. Не фить просто. В смысле не фить, я даже не близко к смерти. Ну... Не близко к фиду? Да. Можно на их заглянуть сразу. Не фуловые они, все, они не они бьют. Тоже забирают его. По идее.